Смотрите, Джоник возмущается. Что Джоник, мы тут стоим что рядом? Такое? И ничего он прям ругается, что мы вот тут вот стоим с микрофонами, ковыряемся и на него внимания не обращаем. Джоничек, что такое, мальчик? Да, ты ругаешься прям. Люсенька. Что такое, что такое? Привет, говорит, привет, Люсенька. Даем вкусняшки вам. Перепелиные яйки, кстати. Ой, яйки пойдут им и очень даже. И мешок семок. А семки на сушкам пойдут? Да. Да? На сушки? Сейчас, Джоничек, тебе и Люсинде по яйкам. Сейчас, так. Сейчас, мой хороший. Давай, я с этой стороны. Люсенька. Джоничек. Джоничек. Да, опа. О, прям на суке. Джоник. Ну? Нет. Джоник. Люсинде. Так, Люсинда взяла. Еще. Люсинда такая-то. На сухи пошли прочь. Ага, все. Джоник, ушла. А что такое? Яблочек. Ну все, я несу яблочки. Погодите. Все, яблочки сейчас будут. Ой, там на сухи прям набежали. Сейчас я им чуть-чуть семечек насыплю. Ох-ох-ох-ох-ох. Сейчас. Так, чтобы тут мне не попадало ничего. И яблочки, ага, и мандаринки. Это надо, чтобы у Танюши руки освободились. Сейчас иду. Что вы хотели? Я хотела сыпануть. Ты на сух хотела? На сухом, да, но я боюсь просто, что я развяжу кулек и все рассыпется. Так, Джоник, сейчас. Мандарин. Джоник, мандариночка, иди сюда, мальчик. Опа, Джоник. Засмекала. Ага. Джоник, так. Иди сюда. Так, на сушке. Иди сюда, иди. Туда. Что такое, Джоник, не в духе сегодня? Что Люся? Происходит? Где? Люся, вон она, на вон она, да. На сухе. Люся, тебе будут на землю им покидать. Сейчас. Вот идет Джоник. Люся яйки хочет, да? Люся маленькая. Яйки. Джоник, мандаринка. Мандаринки. Мандаринка, Джоник. Давай, лови. Лови мандаринку, лови. Опа. Вот. Ну, ты совсем без настроения. Люся его утащила. Так, погоди, тогда яблоки. Джоничек, да что ж такое, маленький. Люся, он на пень убежала. А яблочко? Яблочко. А, кусочек. Джоня. Опа. Да, еще. Давай, бери. Бери яблочко, Джоня. Ой. Ой, что? Яблочко. Ну, фух. Хоть, слушай, что ж ты пугаешь-то нас так? Ты теперь, оказывается, просто балованный. Балованный Джоня. А сними Люсю вон там. На этом выдвигай палку. Простите, я тут хрустю. Яблочко очень вкусное. Сейчас Люсеньку. Люся прям. Он отсюда ее хорошо. Вон она. Красотка. Можно призумить чуть-чуть. Тут уже вон на сушки бегут. На сушки. Сейчас я вам еще посыплю семок. Сейчас Настя вам семечек насыпет. Повесь у себя а на палку. А мы Люсю посмотрим. Вот она. Джоник, вкусное яблочко? Так. Спускайся на сушенок. Спускайся. Яблочко вообще волшебное. Да? Угу. Сейчас и я попробую. Ты так аппетитно его ешь. Просто... Да, ой, ты что, мальчик мой, что, мой хороший, да, Люся, ты перехрюкиваешься с ним, девочка, отвечает, а смотри, уже и мандаринку не надо ей чистить, сама справляется. Не, ну то только родители так могут баловать. Ну а помнишь, мы сидели, она не хотела брать мандаринку, пока мы ее не почистим, тут же она сидела вот на дереве. Это в прошлом году, что ли? Ну да, без Джоника еще. Ну, тут, конечно, уже надо как-то самой справляться. Взрослая жизнь. Она такая, о, Люсенька пришла сюда. Не заметила. Уже. Ручки тянет. Да? Курятники, да. Ручки шаловливые. О, курятник пришел. Где, где, где? Сзади тебя прям. Ой, Настя, давай. Все. Ой, сейчас все придут. Натя и вам. Давайте. Семки любят все. Красавцы. Петушки, курочки, павочки. Павлинчики. Я на зиму заказываю килограмм, наверное, по 30 семечек. Для любимых семечек. Чтобы птиц, да, в саду кормить.
Люся, красотуся. А где Джоник наш? Вот он сидит, яблочко доедает. Так, Джоник, сейчас еще яблочко тебе дам. Так, давай, лови. Лови-ка. Вот это вкусное, я его пробовала. Так. Лови, лови, Джоник, лови, а то на сухе они опа такие. Давай, давай, давай. Все, забрал поднял себе. Ой, Люсенька, что такое? Что там такое? Ну, она с ним перехрюкивается классно так. Люся захрюкала, да, Джоник? Ой, прям иди сюда, иди. Красотунчик ты наш, молодец. Иди сюда. Да. А то тебе не достанется, тут все съедят. Стая насушек. Посмотрите, все пришли, и снова 10-й, 20-й, 45-й. Тут все они. И первый тоже. Смотри, как Люся мандаринку прям кушает. Где она, где она? Вон наверху, но она... ей можно еще одну дать. Ручки тянет к технике, поэтому близко ее не покажешь. А тут Джоник, смотрите, какие петушки живописные. И курочка ряба пришла. Ой, тут кто-то и редисочку кидал. Не докинул кто-то? Не докинул, да. Надо селфи-палкой подобрать. Подобрать можно? А. Красавчик Джоник-то. Люся, смотри, мандаринку вот себе подымешь. Я до тебя дотянуться не могу. У Насти новая, новый лифт. Подожди, он на сухо сейчас. Я вижу. Уведет. Я вижу. Не-не-не. Что ж вы такая, Анастасия, жадная? На сушек не угощайте. Посмотрите, он тянется ручкой, а вы не угощайте. Кидай семки. Семки, я ему кидала. Давай, туда. Он не хочет семки. Спускайся вот. Спускайся, несправедливо. Ему нужна мандаринка. Вот она несправедливость в действии. Вот а жизнь, она. Она вообще несправедлива, знаешь. Да, напишут нам, какие мы несправедливые. Опять. Ну, не опять, а снова. Да, ну уж извините. Кого ты снимаешь, мандаринку? Мандаринка, и там была насушка, вон она наверху. Ой, да, что? Что? А ты чего? Возмущен до глубины души. Петухи тебе не нравятся? Бесит он его. Петух! Джоник, смотри, какой он красивый. Хвост хороший. А вкусный-то какой. Мне перья нужны, скажи. Подскочил ты. Джоник. Джоник, ты как Киркоров хочешь перьями обзавести. Бери, бери, Люся, бери мандариночку. Бери мандаринку, это же специально для тебя. Бери. Ой, давай, давай, девочка, держи, 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 держи. Ай, вот ты ж. Уронила. Люся, на, спускайся. Люся. Давай, я тебе заново это все сделаю. Лифт для мандаринок. Ага. Так, Люсина. Она не дождалась, пока я ей пододвину, понимаешь? Давай, Настя двигает. Все, Люся. Подача бери, мандарины. Бери мандаринку, Люся. Палочкой. Бери, 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 бери. Бери, давай, Люся. Доставай. Джоник, не ругайся. Бери, да держи крепко ж. Давай, вот, молодец. Так. Ну? Загадка для ума. Как давай, ее... проталкивай. Толкай, толкай. Все, протолкнула. Протолкнула. Я уже хотела. А тут Джоник подошел. Джоничек. Да, кстати. А яблочко еще. Мы не похвастались. Вообще Настя у нас теперь с одной палочкой. Да-да. Да, да. Теперь уже костыли я остались вчера дома. Вчера себе на праздник купила палочку. Отпраздновала. Да, да.